хотят от меня шоу. Все хотят, я дам им шоу. И на сцену выходит... Когда вы танцуете, вы можете наслаждаться роскошью и быть самим собой. Сначала танцуй, потом думай. Это естественный порядок. Какая ваша любимая игра на тренировках? Чай-чай, выучай. Что тебе нравится больше всего на тренировках? Нравятся связки, танец Маши и Медведь. Эй, чё? Здорово, гайс! Как там фильм? Нормальный? Чёткий? Но мы старались. Эй, ты, с первого ряда, похлопай, эй! Нас не отправляют учиться в Лондон. Мы не одеваемся в бутике модном. Наши папы не работают в банках. И мы не катаемся на иномарках. Не отдыхаем на
встреча в сланцах и шортах. Мы не едим в дорогих ресторанах. Редко бывают деньги в карманах. Кому-то эта жизнь покажется. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Планируешь ли ты связать свою жизнь с танцами в будущем? Да, планирую. Наверное, я хочу стать либо хореографом, либо танцевать до момента, пока у меня не начнут болеть кости. Как думаешь, кто у вас в команде самый яркий и харизматичный? Ну, вообще все харизматичны в нашей команде. Мне очень нравится наша команда, она классная и веселая. Ну, а вообще, Юра топ! Папа по фейстайму, папа по жизни, папа по стайлу. Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. И я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл. Папа скайп, папа фейстайм, папа ватсап. Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. Я пишу вам эти строчки, дочки вместо точки смайл. Папа скайп, папа фейстайм, папа ватсап. Мои девочки, мои дочки, огонечки, с глазами ангелочков. Долгожданный отпуск, мы летим на моря. Со мной мои бандитки, папа снова играет в главаря. Мама ушла на 2 часа, и это трудное испытание. Но папа должен что-то добавить к воспитанию. Я суровый отец, слышишь? Я глава семейства, слышишь? Не веди себя так, не успокойся. Я выбрала именно SD Crew, потому что в Полоцке очень мало профессиональных коллективов, которые дают основу, базу. И вообще, потому что SD Crew лучше в Полоцке. Мы хотим получить от танцев деньги, тачки, бабки, машины! Вот, любим SD Crew! За этот сезон мы побеждали более 50 раз. Наши номера получали разные призы, денежные призы, приглашения на разные чемпионаты, самая лучшая работа тренера и самый яркий номер. Наш основной состав в Москве попал в 5 из 32 команд, что это большой успех. В первую очередь мы хотим сказать, что очень любим нашу Ирину Викторовну и большое-большое ей спасибо. Я занимаюсь StarDance 6 лет, и у меня было достаточно времени, чтобы понять, что это не просто кружок людей с общими интересами, это что-то намного большее. Мы вместе проходим как взлеты, так и падения, проживаем весь спектр эмоций, развиваемся, изучаем что-то новое для себя. И это только малость того, за что мы вас можем поблагодарить. Спасибо, Ирина Викторовна. Лето, сейчас июнь, мы в летнем лагере едем в лесную сказку. Потом у нас там план позагорать, покупаться, походить по заброшкам. Стартуем! Обзор, что вы взяли в дорогу? Я взяла картошку фри. Мини-холодильник. Она вообще шампанское детское. Я взяла картошку фри. Нет, это она! Подождите! Я взяла картошку фри, отбивнушечку, помидорчики. У меня колбаски пахнут. Да подожди ты! Смотри, какие ногти. Что это такое? Ну, сколько тебе лет? 12, да? Мне 26. Еще? Еще. Я помню, что... Что... Подожди, не перебивай. Еще я помню, что... Мы уже на месте. Такая жара стоит, я не верю, что у нас супер лето. И сейчас все вместе будем делать первый заплыв. Погнали с нами. Ну что, готовы? Да! Приходи ко мне вечером, я люблю наши летние встречи, тепло и любые красивые плечи. Покажи мне, кто лучше, кто был на районе, поставлял барыгам кирпичи.
передайте мне ключи, передайте мне ключи. Сейчас у нас намечаются батлы. Подходим к старшей группе. Они придумывают себе танец. Ну да, вид у них несчастный. Мы только пришли, а у вас уже... есть какие-нибудь идеи? Да. Мы уже учим сейчас. Уже придумали. Это мы увидим попозже. Сейчас мы идем к нашей младшей группе. Закрытая зона! Закрытая зона. У вас есть какие-нибудь идеи? Да! У меня их нет, если что. Нет. Ладно. Камеру вырубай. Мальчики, почему не танцуем? Я что-то есть на танцова не похож. Вот. Там же эти таисты. Я не знаю, где все. Качают головой в ритм с таким видом, мол, узнали себя они там в наших песнях. И новый смысл на старом месте уже нашли, он и вправду есть там. Каста звучит. У меня колени болят. Всем привет! Мы не договорились, но мы сегодня у нас, короче, тревел на Азино, у нас Вива Азино. Сейчас вот ребята играют, немножко приходят в атмосферу пляжа отдыха. Это Анастасия Малибу. Здравствуйте. Сейчас она сделает нам краткий обзор по девочкам, что они тут делают. Профессионалы. Какие профессионалы? Вы стоите и не двигаетесь, смотрите на них. Это настоящие профессионалы. Я тут бегаю нормально. Так, ладно, малые, что скажете в своё оправдание? Что проигрываем? Мы не проигрываем, мы стараемся выиграть. Эй, ламбу, ламбу, итальяну, пичку, кумич, пачки, алькантару, тубайму, возьми себе что. Мы закапываем нашего человечка. Ему не нравится это. А это урод, это Даша. Эй, ламбу. Ламбу, итальяно, пичку, комикс, пачки мне алькантару, тутай, бол, возьми себе, что надо. Это мы лазим! Я закрываю, край богатый, я не скрываю, все мои подруги за собой не замечают. Что вы можете рассказать про образ русалочки? Это наша русалка, ее выбросила из моря, мы ее спасли и приютили. Понятно, накормили хоть булками? Да! Вот. Смотрите, какая красота. Это же просто искусство, я считаю. Все зеленые, так, ну, ребята, ну, лайк 100%. Лайк, подписка. Короче, вы поняли.
как бы тебе сказать? Как есть. А средства для нас это просто самый мощный, крутой чемп, где мы черпаем вдохновение. Это то место, которое ты нас позвал. Ты наш очень серьезный отец команды. Стоишь у сотов, помогаешь нам развиваться и делаешь очень много для этого чемпа. Мы так подумали, почему ты только всех награждаешь? Как бы она, можно тебя наградить? Поэтому у нас есть специальная номинация. Ну звучи, награждаем команду Street Style GO за высокий уровень организации чемпионата этапа развития стрит-культуры в Беларуси. Отдельно благодарен создателю и единому руководителю Андрею Лобучу за работу. Скажи труд, да, правый энтузиазм и в обществе подход сделал заложение ДС Крю. Аплодисменты, группа! Готовьте, пускай! Street Style! Милости, милости. Спасибо, скажешь. Прекрасный белорусский. А вообще мы все едем сегодня на конкурс в Москву. Поэтому контейнер обещает быть на фоне красивых фур. Снимаем контент. Здравствуйте, доброе утро! Кто первый раз вообще едет в Москву? Поднимите руку, ну кто бы не был в Москве? Ну, это здорово. Кто еще не был в Москве, поднимите руку. Ну, остальные, ладно, не слышу. Короче, видите, то есть люди едут первый раз, и, скорее всего, будут впечатления. Потому что Москва – это город-контраст, где можно встретить кусочка Дубая, кусочка Европы. И мы хотим сейчас спросить у наших девочек и мальчиков. Да, мальчик. Это мальчик, если что. Узнать их впечатления. Не, ну это вообще бизнес-класс. Говорю, девчонки, посмотрите по сторонам. Как красиво. Мы из деревни. Учитывая, что мы встали в 3 утра. И А ты спала? Я спала. Я полтора часа поспала. Всем привет! Мы уже в Москве. Смотрите, как встречает нас Москва. Что, ребят, спустя 10, ну сколько, ну часов, очень много часов мы приехали. Мы как Карлсоны, живем на крыше, как вы поняли, вот. Что, ребят, мы на месте, мы приехали на ВДНХ. Скоро 9 мая, День Победы, поэтому мы эпицентре победы, красоты и вообще всего лучшего. Поэтому сейчас идем все фоткаться, инфознать с красотой. Короче, маленькая она, ладно? И мы забрали камеру. Там впереди нас... Да подожди, не надо. Впереди вот такое красивое здание. Ребят, итак, внимание, у нас... есть гид Светлана, сейчас она вам расскажет, куда мы пришли. Да, фонтан Дружбы народов.
Фонтан дружбы народов. Социалистический совет. Не, вот, стоп. Союз Советских Социалистических Республик. 15. Делаем вид, что мы учили в школе историю. Ура! Ура! Смотрите, как красиво! Всем привет, друзья! Ну что, мы уже на площадке. Приехали на международный чемпионат Sugar Fest. Сегодня у нас дебютное выступление моих вот этих вот прекраснейших учеников, которые первый раз выступают за территорию Беларуси. Конечно, очень волнительно мне. Но на самом деле мы приехали покайфовать, посмотреть Москву и насладиться атмосферой. Будет, что будет. Команд очень много. Малых 20, взрослых 32. Короче, вы поняли. Ну, надеюсь, что мы справимся и достойно покажем свою страну и свой город. Погнали. Смахиваем. Глаза супер! В общем, друзья, вот с таким прекрасным видом хочу рассказать результаты нашей поездки. Итак, Веном пауки заняли 4-е место с 32. 4-е, ребята, вы представляете? То есть это совсем чуть-чуть до тройки. Я считаю, что это неадекватно. А мафия заняла 10-е место с 32. В принципе, им и так хорошо, учитывая, они когда они прогуливают. И как они тренируются. Ни разу, Алина, а про байкеров пока не знаю, потому что еще не вывесились протоколы. Это мы лично организаторы спрашивали. Как только узнаю, тоже расскажу. А сейчас мы приехали вот в такой прекраснейший вид на Москву Сити. Москву. Чтобы насладиться красотой, пофоткаться. И завтра в Инстаграме просто у полкоманды одинаковые фотографии. Класс. Ребята, я всех приглашаю на мою свадьбу. Хочу, чтобы вы тоже разделили этот момент. Как видите, здесь близкие ребята, ученики, выпускники, коллеги. Короче, даже сложно вспоминать. 2017 год выпуск. 18-й. 21-й. Короче, видите, молодежь поколения, поэтому хочу, чтобы вы этот вечер с нами немножко разделили, посмотрели на нас настоящих, живых, какие мы есть в жизни. И ставьте нам лайки. Ура! Ура! Take me to the magic of
Скажи, сколько бессонных ночей было потрачено на репетицию этого танца? Очень-очень много. Да не три. Ну сколько, ну честно? Да 5 тренировок. 5 тренировок? У тебя хороший учитель. Класс. Давайте следующим образом. Кто сможет выйти и повторить танец с молодоженов? Специальный приз, не хомяк. На, свой приз забирай. Держи. А, подожди, мы... Вот сейчас просто ни одного лишнего движения, Шер. Потому что сейчас у нас начнется это, грязные танцы. Dance School by Ирина Викторовна. Большого желания не испытывал здесь сегодня сидеть. Пришли сюда только повеселиться. Только повеселиться. This is a song for the broken hearted. For the face divided, I'm gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's my world ever. I'm gonna live forever. I just wanna live that I'm alive. The trick is that I need it my way. I just wanna live that I'm alive. This is for the ones who stood their ground. It's for Tommy and Gina, never back down. It's my life, my heart is like an open highway.
Всем привет, друзья! Сегодня у нас по программе «Конный клуб». Мы приедем пообщаться с животными, покушать вкусные пиццы, которые несут вот эти бедные дети. Потому что мы, короче, час не могли уехать, потому что в нашем полоске вдруг сказали, что автобус по расписанию не пойдет. Ну, отменили как бы просто. Ждите следующий через час. Мы стояли час на остановке, и сейчас чуть еле выжили. Идем, короче, вот такой толпой в деревню Козьянки, потому что мы едем в клуб у Кузи. На ранчо! Ребята, всем привет! Мы приехали к свинкам. Смотрите, какая булочка. Смотрите, я вас познакомлю. Это Светочка, Светлана. Света! Я с ними. Я с ней уже подружилась, они очень милые. Пойдемте познакомимся с беконом. Бекоша! Бекон. Вот так вот у нас круто. Девочки кладят Светлану. Марусь. Обзорная Дилара. Дилара, иди ко мне. Дилара. Ева, кепка. Короче, тут все милые, все дружелюбные, все хорошо. Вот так вот. Подписывайтесь. Расскажи, как эмоции? Классно? Да! Ребята, приходите в Кузи на ранчо, здесь будет вам много эмоций, впечатлений. В общем, смотрите, какая тут у нас очередь образовалась. В этом клубе будем вести себя тихо, ведь если мы вошли, значит нас пустили. Сели за стол, заказали салат и суп. Бешеная, агрессивная русалка какая-то. Из океана, вы что думали, я не деловая? Из океана, а не из речки. Ну, она из речки, я из океана. Это сильно. Это сильно, ребята.